Итак, Битрюгер создал какого-то демона. Помоги мне, Господи, спаси, сохрани. Создал какого-то демона, с которым, скорее всего, нам предстоит несколько позже встретиться. Давайте пока поедем на монорельсе. Остановка Очистной Закон. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Дорожная площадка. Ты чего делаешь? А я тут сижу в вагоне, жду напарника. Он ушел посмотреть, что происходит. Но не вернулся. Не знаю, где он и что с ним. Я не понимаю, что за чертовщина тут творится. Но наверняка тут замешаны те артефакты, которые мы раскопали на второй площадке. Не иначе умники из Дельты что-то перемудрили. Ну, может быть и так. Помните, красота-то какая. Прежде всего, пожалуйста, не выходите из вагона без защитного скафандра. В случае аварийной остановки вам на помощь будет немедленно отправлен наряд охраны. Счастливого пути. Остановка, вторая площадка. Внимание! Отказ воздушного шлюза. Пожалуйста, сообщите о неисправности в технический отдел. Спасибо и всего вам доброго. Угу. Шлюз отказал. Хорошо. Давайте-ка спустимся здесь, под рельсы. Поскольку тут есть бронежилетик скрытый и аптечка, которая никогда не будет лишними. И в этом уровне нужно найти ПДА, в котором есть коды открытия шлюзов. Куда огонь? Еще кто-то рядом. Все, кончились солдаты или как? Дежурный ремонтник, немедленно подойдите на пандус второй площадки. Обнаружена неисправность шлюза. Так, ПДАшечку мы нашли с кодами доступа. Что делает она? Так вот, что, бочки зря стоят, что ли? Умер. Немедленно подойдите на банду с камерой площадки.
обнаружена неисправность шлюза. А хватит там стрелять. Взорвись, несчастный. Так. То ли он такой живучий, то ли я немецкий. Скорее я немецкий. Вот, патроны кончились. Так, отличненько. Тут вот нашел маленькую вот такую патронушечку. Всякие ужасы тут. Этот солдат с хлыстом. Так, ящик 054. Хорошо. Код замка 142. Окей, взяли. Дальше ищем. Так, шлюз номер 826. Отлично. Команда ручного управления шлюзом выполнена. Хорошо, шлюзик мы открыли. Какие-то паучки хозяйничают вовсю там. Стоило только отлучиться на 5 минут, как тут понаехали тут всякие членистоногие. Так, вот он выход. Нету паучков. Поехали дальше. Шлюз-то починили. Остановка, вторая площадка. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Мокрый. Следующая остановка конечная. Немедленно подойдите на пандус второй площадки. Обнаружена неисправность системы автоведения. Угу. Вот так вот, да?
авария произошла. Так, почему у меня дробовик-то дефолтный стоит? Не, он не нужен. Аптечка, магазин. О, а нет, это она и есть. Ой, упал. Сейчас посмотрим, может тут что есть какие-нибудь плюсы. Что-то нету тут ничего. Ну ладно. Вот вы откуда вылазите. Еще одна дырка тут. Все, закончились. По ходу дела, да. Своим кнутом рука плеть разбегался, а? Ну-ка тут что есть, глянем. Ну тут под поездом приятные вещи лежат, однако. Так, может быть поменять оружие? Что-то опять демоны тут толпой веселой понабежали. Читаем-то. Guns and Mix. Непонятно, в общем-то. Вот так вот. Можно включить тревогу. А можно и выключить. О! Жарит больно плеть это. О, ничего, с пару выстрелов от плазмы. Так, здесь мы взяли ПДАшку, которая написана,
что там на охране лаборатории стоит автоматическая турель. Убить его! Кровавое месиво вот тут. Как знал, уж что-что, а оборачиваться тут надо постоянно. Внимание, включена автоматическая турель. Вот она, включена. И пусть валит чуваков. Внимание, включена автоматическая турель. Ее можно здесь отключить. Внимание, включена автоматическая турель. Но лучше этого турель не делать. Пусть они тут валят друг друга. Внимание, включена автоматическая турель. Теперь можно и отключить. Внимание, автоматическая турель отключена. Это радует. Так, тут два ящичка. Дополнительные аптечки. На обоих код замка 364. Ну и отличненько. Пойдемте в лабораторию. Тут посмотрим, что тут есть. А тут, по ходу дела, и ничего и нету в этих комнатенках. Ну, и этот уровень, как видите, он короткий, пройден.